Всем привет, друзья! С вами Харди, и мы продолжаем. Stay Alive. Игра, которая так многим уже полюбилась. Всего пару роликов по ней вышло, но мы продолжаем. Как ты уже понял, я начал новый аккаунт и очень быстро раскачался. Рюкзак я почти уже взял. Как его быстро взять, бро? Просто выполняй задания, да? Во-первых, вот этот дневник надо выполнять со страшной силой. Он поможет тебе побыстрее раскачаться, да? И допом даст кристаллов. И во-вторых, самая главная фишка, это, конечно, вот эта тема. Брони вернется через. Вызывай его. Это реально очень круто. Вот через этого брони ты разовьешься, я не знаю, как терминатер. Как терминатер. И также, когда ты выполняешь его задание, тебе дают вот такой вот ящик с редким оружием. Такой именно ящик мы с тобой сейчас и вскроем. Ну-ка. Хыдыщ. Что можно здесь получить? Показывают нам по 10%, да? Я не знаю. Да любая ерунда здесь будет шикарно. Чик. И как бы типа не повезло. Да ладно, блин. Пустынный орел. Воу, нормально, парень, нормальный парень. Новый ивент. В прошлом ролике я показал, что вышел новый ивент. Что я могу тебе сказать про этот новый ивент? Я там два раза упал. Это классно, я там два раза упал. Серьезно, без шуток. Блин, что, два куска мяса съел? Ай, блин, молодец человек. Так, ладно, оставляем пустынный орел. Собственно, на новый ивент я его и возьму. Вот, на новый ивент не иди просто так. Разваленный шмот. Вот вообще здесь его надо ремонтить, да, за кристаллики. Ну смотри, как бы, разваленный шмот. Вот этой бите можно дать новую жизнь. Сделать из нее продолжение, да? Люсиль! Вот она, Люсиль! И так далее и тому подобное. И многие фишки тут так работают. Ну, к примеру, возьмем еще оружие, вот это. Расфигачил дубину, на один удар оставил, чик, и сделал из нее новую дубину. Понял, да? Также у нас в игре скоро будет новый станочек. И не только, друзья. Новая локация. Давай, давай, пока мы бежим с тобой в городишко Вудбери. Я, вот это вот я построил, чисто выполняя задание, да? Арбалет, шипы. Вот этот дневник выполняй и очень быстро прокачаешься. Давай посмотрим, что у нас планируется. Взглянем в будущее. Скоро в игре локация больница, ты представляешь? Катастрофа не пощадила муниципальные учреждения и, более того, превратила их в обитель зла. Некогда дом спасения для излечения души и тела, теперь больница стала домом для особо опасных и кровожадных зомби. Эти твари редко покидают стены лечебницы и поэтому крайне рады любому неосторожному посетителю. Многие забирались в лечебницу в поисках наживы, немногие выжили. Не забудьте запастись припасами и необходимой экипировкой, чтобы исследовать зловещие коридоры местной больницы. Кто знает, что вас там ждет. И давай глянем арты. Ну как бы, блинчики, ну больница, да, ну чего там. Здесь будут доктора, здесь будут медбратья, медсестры и так далее и тому подобное. И это еще не все новости, друзья. Переработчик. Скоро в игре переработчик. Представляем вам новый станок, который станет очень полезным приобретением любого выжившего. Переработчик позволяет разбирать предметы на базовые материалы, из которых они состоят. Количество получаемых материалов будет зависеть от уровня изношенности. В случае, если это предмет снаряжения, а сама переработка займет некоторое время. Если у вас завалялся мусор или высокоуровневые предметы, которые вам не нужны, то их можно будет закинуть в переработчик. Вот такие вот интересные новости. Что я открыл? Что я открыл на 10 левеле, бро? Я открыл город Вудбери. Представляешь, город Вудбери. Но, сразу тебе скажу. Вот эти ивенты, ты уже знаешь, да? Но если ты еще не знаешь, блин, не пропускай их. То есть... Вот тут показывается, да, там сталь можно облутать, доски готовы, это да. Но помимо этого, тут еще дофигища будет обычных бревен, да, обычного дерева, обычного камня. Здесь специфическая система добычи ресурсов, друзья. Нету здесь локации деревянной, металлической, каменной, куда ты идешь и с топором нафигачиваешь, да, себе килограмм этого дерева. Здесь прям вот сложно ресурсы, короче, достаются. Но мы пойдем с тобой в Вудбери. В Вудбери мы пойдем. Оценим, как там живут люди. Локация шикарна. Локация огромная. Я фигачу всех вот так, бро. Смотри.
Вот так я фигачу всех. Ремонтировать шмот или не ремонтировать, смотри сам, да? Определенные вепоны можно отремонтить. То есть смотри, вот обычная рубашка, да? По крафту она... Вот она что по крафту стоит. Ну и то есть, а ремонтируешь ты за кристаллы, да? В общем, грамотно, если пользоваться этой фишкой, вообще, я не знаю, бомбически будет. Вот в самом начале игры давали всем АКшку. Вот если б я его, короче, я затупил, что я его потерял. Не надо было его терять. Где его потерял? А я на новый ивент пошел, да, спасти там Томми, Тимми, как там, бомжа какого-то. Привет, дружище! Вау, шикарный бутида, шикарный. Да, заходит игра, конечно, заходит. Я не знаю почему, не спрашивай меня почему, ну просто заходит. Вдруг ты будешь ползти? Нет, пока не будет. Есть тут шикарный стелс, но, как ты уже понял, я лично пока им не пользуюсь. Выполнили еще одно задание из списка дневника. Дневник это вообще просто имба, просто жесть. Бомби его. 140 очков опыта. Плюс приближаешься к кристаллам. Ну это жесть. Как развиться в игре? Просто иди по дневнику, да? Куда тебе говорят, туда и бомби. Мужчина прикольный, да? Он потом остановится и всекает, короче. Такой забавный, интересный парень. Один раз я уже ходил в Вудбери и выбил 3 биты. Просто за раз 3 биты, представляешь? Вот так здесь добывается древесина. Жесть? Жесть. Вудбери это первая такая серьезная большая... Ух ты, блин. Нормально. Нормально. Все, я ломаю вот эту ерунду, которая на мне. Вот эта рубашка, это уже другой раскладик, да? Это уже вот, 12 левел. Все, короче, нормально буду в ней бегать. То есть, по факту, да, ты еще не докачался, ты еще не умеешь крафтить, но ты можешь бегать в крутом шмоте. И за вот эти кристаллики, да, ремонтировать, когда он износится. Это шикарно. Вот эти вот награды тоже классные, потому что они каждый вот час... Убейте зомби скрытно, позвольте зомби обнаружить себя и сбежать. Вот смотри, обнаружил, да, и убегаем от него. Все, готово, задание выполнено. Шик. Вот казалось бы, да, всего один кристаллик. Ты можешь ролик посмотреть и дальше бомбить задание. Ну ты понял, да? То есть ты можешь ого-го сколько так надолбить. И это тоже, и это не может не радовать. В общем, как ты понял, меня пока что многие вещи здесь радуют. Прям вообще нормально. Привет, дружище. Хорошая локация, большая, блин. Вот большая. Что про нее можно сказать по сравнению... С остальными локами это прям вот первый раз. Она прям такая грамотно огромная. Ну, вообще весь подряд шмот на прополую не рекомендую, да, тебе ремонтить. То есть, скопился там, можно не ремонтить. Нету у тебя, выбил ты первую биту, да, первую в своей жизни биту. И крафтить ее не умеешь. Конечно, ее ремонтируй, о чем речь? Стелсик. Так, чтобы стелсик, мне надо нож сделать. Блин, да мы не будем здесь это задание выполнять. И так у меня места ни о чем. Вот этих бомжей не обязательно вот так красться, да? Их можно спокойно и нахлобучить на скорости. Они... Ну, короче, мы их догоняем, да? Мы их спокойно догоняем. Не обязательно вот так красться. Пока что для меня самая сложность, друзья, это веревка. Я так понимаю, должен быть какой-то станок, да, производящий веревку. Но что-то я пока не нашел. Вот, поэтому веревка для меня сейчас пока самая сложная тема. Чем хорош Вудбери, да? А, вообще жесть просто. А с новым станком разбора, да? Вот броня сломалась. Отлично, отлично, я этого ждал. Но вот эту броню я точно ломать не буду. О, нормальный парень, вообще, да? Шикарный мужчина, что можно еще про него сказать? Поехали дальше. Так, стоять, друг. Да, тут присутствует, конечно, рандом. Иногда прет, иногда не прет, как и во всех играх. Но это абсолютно нормально. Но вот если сравнить сейчас по ресурсам, да, вот смотри, мы полностью локу зафигачим. Причем шикарную локу. Ты уже видишь, да, что она огромная? Реально она огромная. Реально огромная. Я не знаю, ну это круто. Так, взламываем. Проект у нас активно развивается. И это, конечно, тоже не может не радовать. Вообще. Лещами добьем, не страшно.
Штанишки с меня сняли. Да пофигу вообще. Так, вот эту биту нам ломать не надо. Хотя у нас столько их скопилось, да? Но мы просто все промодифицируем. Красиво. И это выгодно именно. Сейчас посмотрим по месту. Наверное, я ее сейчас сломаю. Ломаем, короче, биту. Вообще пофигу. Ботинки сломал стрёмные, они мне не нужны. У меня уже есть крутые ботинки, которые я оставляю. Так, 15 из 22. И за одну зачистку мне дали 7 кристаллов, да? Вот этой локации. Сейчас посмотрим, если опять дадут 7, это будет эпически. Это будет бомбически. Бомбически фантастически. И шоссе, конечно, мы бомбанем. Это тоже новая временная тема. С открытием локации тебе добавляют одна локация плюс одна временная, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот это вообще без вариантов, бро. Это очень крутая тема. Очень крутая. Вот без Б. Так, все-таки ломаем биту. Пока что для меня самое-самое тяжко дается эта веревка. Хотя, знаешь, дерева тоже не хватает. Серьезно, без шуток. Постоянно не хватает гребаной древесины. Ну, пока что нет у меня такой локации, куда я могу пойти и набомбить. Ломаем эту биту, короче. Ах ты бомж! Сломал броню, негодяй! Я хотел это оставить на крутые ивенты. Вот этот ивент новый, да? Незнакомец в беде называется. Бери туда покруче. Шмот почему? Там идут волны. Волны кожиедов, как на арене. А ты их отфигачиваешь. Ну, короче, жестко. Меня просто забомбили со страшной силой. Так. Давай уже ломай. Я не ту биту ломаю, да, и думаю, почему она не ломается. Тьфу ты, блин. Пущина, а. Вот она, сломанная бита. Мозг. Так, 21 из 22. Ну вот и все, лока пройдено. Как левел качается? Левел качается легко и непринужденно. То есть я его не хочу качать, а он качается, да? Ну вот как вот по мне, по моим впечатлениям. А сейчас дали 3. Что-то странно, слушай. Реально мне 7 кристалликов давали за зачистку. Тоже получается, да, по рандому? Так, вон наш выход. Погнали. Вот и все, Вудбери зачищен. Вообще нормально. 2 часа дают на временный ивент. Блин, это хорошо. Ну, то есть это немало, да? Много чего можно успеть сделать. Так, сейчас биту сломаем, место освободим. Нормально. Вот этого по стелсику можно было легко, да, нагибать. Так, понятно. Все, по месту мы в опе, да? Не страшно. Вообще не страшно. Мы сейчас красиво с тобой сделаем. Так, как мы сделаем? Вот так веревку скинем. Вот эту скинем шляпу. Вот эту. Да все нафиг поскидываем. Так, красиво, красиво. Стелс режим нам нужен еще, да? Сейчас бомбанем еще парочку и тогда по стелсу. Биту сломать хочу. Вот эти временные, конечно, не пропускай. Времяночка — это самая лютая вообще ерунда. Ну это прям вообще. Я когда первый раз начинал в игру играть, да, до обновления, я вообще не догнал, насколько это крутая локация. Намного. Она намного крутая, это просто жесть. Времянка — это жесть. Так, мы готовы, да? Нам просто задание надо выполнить. Хотя можно было, знаешь, вот и подзабить, и потом выполнить. То есть бегать домой, все выложить, да, и потом уже выполнять задание. Чик. Ника-ника-ника. Хорошо. С камнями проблем нету. Проблемы пока что только у меня с веревками. Ну, дерево, да, дерево тоже не фантастически, тоже не хватает. Шикарно, да? Пока мне не надоест и очень долго. Как здесь сделан стелс, это просто, я не знаю, эпически. Ну, привет, кожиед. Ну, как тебе? Вообще фантастика, да? Еще научиться быстро вот так вот вепом потом менять. Вообще фантастика просто. Я что-то переел, да? Ну ладно, не страшно. Ну. Вот этих запчастей просто как овна. Честное слово. Так, хорошо.
Можно было просто не трогать, оставлять, да? Так. Мужчина, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый. Ай ты, кожеедик, ай ты красавчик. Чик, задания выполнили. Нельзя их недооценивать, да? Каждый час бомбить их, это вообще нормально. Это, опять же, плюс, сколько, 5-6 кристаллов. Так, блоки тоже мы заберем, мы все заберем. Давай пока не будем эти персики есть. Съедим их в конце. Когда покинем данное заведение. Видишь, да, что творят ивентовые локи? Вот по сравнению с Вудбери даже. Хотя Вудбери это пока первая такая классная. 20 дерева, ты понял, что? 20, ёлы-палы. Это просто, я тебе говорю, халява вообще. Я с одной ивентовой темы выносил 40. Ну это, короче, много. Это очень много. Ой, мы тоже стелсик можем сделать, да? Они вообще как бы готовы, да, домашние. Мужчина, здравствуй, дружище. Шикарно, блин. Бывает с них. Как у нас вообще лут падает? Ну, там, с какого-то зомби конкретный лут. Я не понял, но как-то не так. Короче, со всех все может упасть. Вот тут как сделано. Держи, дружище. Мне больше нравится битой. На арену я пока не иду, бро. Может быть, я... это неправильно, но я стараюсь все-таки как-то отстраиваться, да, ресурсы и все такое. Так. Определенно точно. Топор, кирка, да, вот это мы все с тобой поскидываем. Есть еще, кстати, такая тут тема, механика, да, камушки кидать можно и отвлекать кожеедиков. Я пока ни разу еще не показывал эту тему. Но сейчас, если еще хоть один бомж остался, сейчас обязательно покажу. Тоже прикольно. Прикольно, вот прям вот. Даже не знаю, что еще сказать. Просто прикольная механика. Все. Она у нас такая вытянутая, да, локация. А теперь пройдемся в конце ролика по дневнику. В церкви случилась настоящая резня. Не стоит пренебрегать созданием нового оружия и брони, прежде чем отправляться в новые локации. Да, бро, скажу тебе честно. Для меня было удивлением, когда меня нагнули. Реально. И я такой в шоке просто. Ну, понятно, там я не успел полечиться. Но по факту меня нагнули. Меня нагнули со страшной силой, по факту. Реально жесть. Я прям вообще, я думаю, да ладно, вы что, орете, что ли? Что-то я не помню, чтобы меня в последнее время так жестко вообще нагибали. Так, это у нас задание. Я вообще вот сделал эти стрелы. Пофигу. Создайте обычные джинсы и постройте швейный станок. Вот они, обычные джинсы. Да, пока у нас в доме все очень через опу, да? Ну, ничего страшного. Шикарно, да? Чик. А самое интересное, опыт. Опыт, бро. По 100, ну, дофига, дофига. Все задания выполняешь, прям хорошо опыта дают. На день 7, да? Это завершение дневника. Все, халявы больше не будет. Ну, ничего страшного. Вот этот Бонни, да? Брони, Бонни, как его там, пофигу, как его зовут. Легко и просто получишь ты себе топ-рюкзачок. Топ-рюкзак, конечно, я тебе рекомендую как можно быстрее получить. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, присоединяйся, качай игрушку, ссылочка на скачивание в описании. Конечно же, оцени ролик луксом, ну и поставь колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Видосы выходят каждый день. Регулярно играем всякие разные классные выживалки. Ну и пока вам нравится Stay Alive, я, конечно, буду продолжать ее снимать. Пока-пока.